города Летисии и пойдем пешком в Бразилию. Вот так вот можно здесь сделать. Посмотрим город Тапатинго и дальше решим, в какой путь джунгли нам отправляться. Мы живем вот в этом доме, называется Хаса Дохинху. Это дом местного парня Куана и его семьи, где останавливаются иностранцы. Очень дружелюбные. Они, вы можете снять комнату от 15 тысяч песо за ночь. Это очень дешево. На далекой Амазонке не бывал никогда, никогда туда не ходят. Вот по этой прямой дороге мы пойдем в Бразилию. Давайте посчитаем, сколько же времени у нас займет. Сейчас ровно 11 часов. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по... Потратив 25 минут пешком, и вы оказываетесь в Бразилии. Ничего на самом деле не меняется, кроме как начинаются вывески на португальском языке. И все. Теперь вы можете слышать бразильскую музыку. Мы находимся в бразильском магазине, столько всего вкусного. Вот, но мы возьмем, естественно, под конец уже нашего путешествия. Сейчас попробую шоколадку. И, Джон, что ты пьешь? Пиво. Пиво... Сервеха? Сервеха пильсен? Си. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию до старости моей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. После полутора часов ходьбы мы наконец-то дошли до идеального места, где дует ветер и ты один. И сейчас мы идем на смотровую площадку города Таматинга, где ничего больше нет. Вот, а потом вернемся обратно в центр. Будем смотреть, что же там. Кстати, шоколадка Garoto Caribe очень вкусная. Добрались до смотровой площадки на реку Амазонка, где живет, мне кажется, одно поселение. И вот она, прекрасная белая река. Thank you.
rico está eso.